Продолжаем, да? Как мне посоветовали, вот не каждой песне нужен комментарий, потому что, ну, они очень часто повторяются, поэтому я говорю так, ты говоришь, что это я уже говорил, а кто не слышал, спросите у тех, кто был раньше, они вам перескажут. Вот, поэтому следующая песня называется «Летчик должен летать». Там есть анекдот, поделитесь. Вот, что такое от себя вверх на себя вниз. Наоборот. Вот без инструкции я даже забываю. От себя, значит, вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не блажь, и ничего не каприз. Сварщик должен варить, кто-то должен считать. Если вор своровал, сыщик должен сыскать. Лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки. Техник должен технить, а летчик должен летать. Не копать, не стрелять, не размазывать масло по холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать в ясный день и в ненастный, и еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать, кто-то словом на дело его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен был бы считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрекнет. Каждый делом своим должен он заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать по возможности классно, и тогда будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. От себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз. Самолетов авиакомпании «Сибирь» с Seven Airlines, она потом стала, тогда была авиакомпания «Сибирь», и самолеты Ту-154, у них такая раскраска была, он сам белый, а на хвосте такая синяя елочка красивая, и впереди еще такие саночки. Это я к чему? Потому что лайнер бело-синий, это как раз вот про это. Та-д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 а
тот коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло. И вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж. И мы сейчас как организм единый. И тот, который видим мы пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который видим мы пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, и штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме. И мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз кокет сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег остановлены часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-дам, та-да-да-дам, та-да-да-да-да-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дам. Спасибо. Следующая песня называется «Штопор». Тоже подражание Высоцкому, кстати. Написано еще в период полета в Хлебодаровке, в училище. Вот. Вот. Но я пою так быстро, что половину слов не успеваю проговаривать. Вот. Поэтому по смыслу догадайтесь. Я пробовал медленнее не получается, потому что штопор — фигура такая быстрая. Такая. И все. Педаль до упора штурвал на себя, и вдруг что-то меня прокинет, закружит, потянет к земле. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор. Считаю, что им не достался счастливый билет.
ни с чем не сравнимо то ощущение падения, которое мы испытали неведомо им. Они не видали ни разу ни земли приближения, держась на ремнях приверженности к лобовым. Воду захватило и в тело влилось напряжение. Секунды виток и машину пора выводить. Земли приближение длится всего лишь мгновение, но именно эти мгновения трудно забыть. Я не собираюсь кого-то вводить в заблуждение, с такой красотой порою соседствует страх. Но тот, кто заметил, что радость полета в падении, наверное, в чем-то по-своему тоже был прав. И тот, кто попробовал раз, непременно замечу, захочет еще повторение такой красоты. И снова земля, загружаясь, понесется навстречу, и только для вывода был бы запас высоты. Пусть кто-нибудь спросит, ну что в нем красивого, что там? Пока не попробуешь, сам не получишь ответ. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор. Считаю, что им не достался счастливый билет. Спасибо. Успели слушать? Хорошо. В училище, когда вот летали на Як-40, самолет выпускной, мы летали, ну, сразу по кругам, когда особенно загружалась вся группа, ну, или часть, большая часть группы. И вот один сидит в кабине, остальные в салоне отдыхают. Ну, и потом несколько кругов сделал один, а потом выходит на земле, естественно. И на смену ему идет другой, и так вся группа летает. Это для тех, кто не знает. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дает добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов. Ну да ладно, бог с ним. Контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал. Смотрит так и все молчит. Что это с ним творится? Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится, а самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он не столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не рад, но его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить. Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип, больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. Спасибо.
Следующая песня посвящается нашим женам, нашим женщинам. Называется она «Мы же всегда к ним летим». Я лечу к тебе. Вышла, вышла часто нам с тобой расставаться, и тебе одной подолгу оставаться. Когда я опять куда-то улетаю, вышла над землей мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя подолгу заставляя белым, белым крестиком по небу. Снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был небо, были небы. Снова зову, снова даль зову. Знаешь, ветер странствий не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут. Шар земной на был небо, были небы, снова вдаль зову. А если к небу голову поднимешь прямо над собою в вышине, белую полоску ты увидишь, и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам даны с тобою крылья, и замечу, крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. По небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был небо, были небы, снова вдаль зову. А если к небу голову поднимешь, где-то выше стаи голубей, белую полоску ты увидишь, это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе. Ba-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da-b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 a-
Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154-й, нашей встречи рад я, как всегда. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года я с Авлоги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я с Авлоги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немного, мы немало полетали, и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, с судьбой крылатой нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, с судьбой крылатой нам с тобою в жизни повезло. Па-ба-да-ба-да, па-ба-да-ба-да. Па-ба-да-ба, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба, па-бам, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба, па-ба-да-ба-дам. Спасибо. Спасибо. Пару песен на иранскую тему. Вот нельзя оставить без внимания. Тоже интереснейший период нашей жизни. У кого-то Иран, у кого-то Африка, у кого-то там, ну, еще там какие-то моменты. Ну, я, то есть, на всякий случай напомню, да, потому что первая песня Тегеран Бугуруслан, она написана была по просьбе Сан Саныча Шиперова. Мы там были вместе в Иране, а он сам бугурусланский летчик, у него отец был инструктором, он сам был инструктором, мы как раз готовились к 20-летию, поэтому я эту песню сочинял как бы для их встречи, а поскольку я на Як-40 программу отлетывал в Бугуруслане, поэтому учился я в Актюбинске, но с такими названиями, как Кинель, я знаком, вот, то есть, ну, то, чтобы не спутали. Пошел по Тегерану погулять, по широким шумным улицам его. На меня здесь абсолютно всем плевать, да и мне от них не нужно ничего. Бесконечными потоками машин он гудит, как будто здесь пчелиный рой. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву,
и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурруслан. 20 весен пролетело с той поры, но глаза закрою, снова вижу я городок, который звали мы Бугры, полевой аэродром и первый як, и первый мой ознакомительный полет с парашютом, два прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет по таким международным адресам. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурруслан. Как в Кеннеле не спеша течет вода, так и годы шли своей чередой. У девчонок, с кем гуляли мы тогда, нынче дочки с танцев не спешат домой. 20 весен пролетело, 20 лет. Довелось мне повидать немало стран. А сегодня из Ирана шлю привет, может, помнишь ты меня, Бугурруслан. Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурруслан. Вспоминаю всегда Бугурруслан. Вспоминаю тебя, Бугурруслан. Вторая песня называется «Салям Хадафис». А просто когда мы работали в Исламской Республике Иран, это были 90-е годы, вот у нас в магазинах было тяжеловато, поэтому из Ирана, кроме того, что это была материальная помощь, очень большая тогда, вот, ну и кроме того, еще оттуда везли все. Мебель, кафель, посуду, в общем, любую единицу можно назвать. Так, я напоминаю, я тоже уже много раз говорил. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям Хадафис значит здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. И экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям Хадафис значит здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям Хадафис значит здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. Салям Хадафис значит здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Хадафису готовятся заранее. И все к Хадафису готовятся заранее. И все к Хадафису готовятся заранее.
Спасибо. Я забыл сказать, что вот тот Хадафис, к которому готовятся заранее, это перед отъездом группа, которая уже свою отработала, она накрывает стол поляну на всех, на кто уезжает, на кто остается. И вот это вот действие называется Хадафис. Когда летишь на восход, ужасно хочется спать. Когда летишь на восход, ужасно хочется спать. И город Владивосток я не люблю посещать, я не люблю по три дня плохой гостиницей жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить, когда летишь на закат, ты спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, Москву летать любят все. Про Сочи что говорить, здесь все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. И не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Продолжаем о пацанах. Подрастают у меня сыновья, чем-то в жизни предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию, нынче летчики, увы, не в цене, а работа не из легких и строгая. И поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная, но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов, и здоровье на болячке разменяно, но небо только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стресс и радиация. Не ударьтесь о крыло головой,
Не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо только раз окунись в небо и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Ну, я, в общем, все время думаю, здесь люди уже не первый раз, поэтому я уже много раз объяснял, что песня была написана тогда, когда еще, ну, опять же, в 90-е годы, когда зарплата у летчиков несколько отличалась от настоящей. Потому что мы не думали, что там летчики с жиру песятся. Вот. Мне тут напомнили, что в феврале месяце у нас, кроме Дня Аэрофлота или Дня Гражданской Авиации России, есть еще один праздник. Называется он День Святого Валентина. День Святого Валентина, утро, грустная картина. На перроне задубевший самолет. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День Святого Валентина, вся промерзшая кабина. Минус 30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк не иначе. Что за гад придумал эту маяту? В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер-ту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер-ту. На зуб-зуб не попадает, организм во все страдает, и, похоже, назревает ОРВИ. И как-то даже не спортивно в День Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласитесь, не спортивно в День Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение. И в глазах недоумение, мол, как понять, что в День Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В День Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб алкоголь употреблять. В День Святого Валентина надо женщине-мужчинам, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в День Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в День Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с Горьким городом простился, и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросит, где ты был, скотина, в День Святого Валентина. И, наверное, не поверю, как всегда. Спасибо.
Я соскучился по мартовским ручьям, по сосулькам и по лужам во дворе, по ожившим тут и там после стужи воробьям и по заморозкам легким на заре. Я соскучился по запахам весны, по неровному дыханию ее, по проталинам лесным и улыбкам озорным, что волнуют воображение мое. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Не пацан уже, хотя и не старик, в бесконечном этом замкнутом кругу я от многого устал и ко многому привык, только к марту вот привыкнуть не могу. Не могу привыкнуть к мыслям я шальным, к непонятной развороченности чувств, к переменчивым таким настроениям моим. Не могу привыкнуть, да и не хочу, снова снега, почерневшего теплом, равнодушие куда-то унесет и напомнит мне о том, что давно уже прошло, и подскажет, что прошло еще не все. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. И напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Спасибо. Ну, правда, вот, если вот на улицу выйти, то и марта не надо. Тут в Москве вот своя погода. Еще вчера пилота биографию я начинал по северам советской географии, Нефтеюганск и Стрежевой узнали брата нашего, Надым и Новый Уренгой, Ноябрьск и Колпашево, Обские берега, болото и тайга кругом, как кони-комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. Кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить, и лучшей синей формы той и Богу в мире не было, и гул турбин, и рев винтов опять сманили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша вода в реке обтекла.
казалось, в 25, так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, дней не считал беспечные, но кто же знал, что эта жизнь такая быстротечная. И сладкий дым печной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Тёмушка. Она была написана десятилетию НИЛ-3, научно-исследовательской лаборатории, которая была в училище. Что-то у меня сомнения. Мы все в делах, мы все в делах больших и разных, живем кто в центре. Так, ребят, я вас обманул. Я, наверное, сейчас не спою. Ладно. Мы заменим другой. Я не знаю, что даже в чем дело. А у нас сейчас будет это коротенькое третье отделение. Споем про маму. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь и далеко, и высоко, и вернуться вдруг, и оказаться около, оказаться снова около тебя, и опять смотреть в глаза твои красивые, в те глаза, что на меня глядят, любя. И бездонны, словно это небо синее, поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор бывает, дальше не кончается. Мне, конечно, нужно больше про любовь говорить тебе и звать тебя красавицей. Если хочешь, я возьму тебя с собой в наше небо, и оно тебе понравится. Прогуляемся по белым облакам, а потом еще прокатимся по радуге, и придумать я смогу наверняка что-нибудь такое, чтоб тебя порадовать. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней.
до сих пор была и дальше не кончается. Поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться. Наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и дальше не кончается. До сих пор была и радость не кончается. Спасибо. Собой. Поделись своей судьбой. Чистый небосвод голубой прочеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, что летать, в небо самолет поднимать. Для меня любимое дело это. И не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь, ломаный дурацкий режим и ночей бессонных усталость. Но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось, это. И не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет. И оставить в небе свой след, незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Основная часть у нас подошла к концу. Я сейчас по традиции призываю всех, давайте будем счастливы. Вот. И потом после небольшого перерыва, но я правда смотрю, мне что-то давно уже этого не было, а рука мне, наверное, не позволит много, несколько песен буквально. Мы еще для тех, кто не сильно торопится, мы сделаем и все. А пока, значит, большое вам спасибо за то, что вы пришли. Давайте будем счастливы.
Давайте будем счастливы сейчас. Нам в этом помешать никто не может. Поверьте, все зависит лишь от нас. И эта вера нам во всем поможет. Давайте будем счастливы потом. Для счастья много есть причин на свете. Да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода. И небо нам подарит вдохновение. Небольшой перерывчик для тех, кто торопится, люди уйдут, а кто не очень торопится, ну буквально через 10 мы еще там споем несколько песен и все. Спасибо большое.